Звук хорош, хорош, ребят, все ли хорошо? Shadows Fish. Все, на ультра попробуем. Back. Вау! Я надеюсь, у вас, ребята, игра выглядит так же, как у меня. Как я говорил, это, ребята, игра от создателей Journey. Хорошо, верю. Так, одену-ка я наушники, погрузиться. Это я! За кого я играю? Хер его знает! Ну это очень круто. Я могу плавать. Ага, окей. Подождите секундочку, ребят. Ну я жму же крестик, хеллоу. Сальтушечка. Что за бред? Я не понял, почему. А, о. Все, то есть нужно нажимать, короче, несколько раз. Зачет вообще. Групер. Речные монстры, ребят, речные монстры. А, можно удержать. Мы, короче, едем на этой хрени. Плывем. Ну, поплыли, посмотрим, что там. А я могу им управлять? Нет, не могу. Никогда не могу. Вау. Да ладно. О, ничего себе. Вот так номер. Так, немного меня напрягает, что оно в разные стороны идет. Инверсия стоит, подождите. Шаг камеры нормальный, инвертирую приплане нормальный, все нормально, пожалуйста, спасибо. Давайте смотреть, изучать, что здесь есть. Офигеть, какая-то хрень там, ребят, есть. Давайте сплаваем, что и посмотрим, что здесь. Нужно нажать квадратик, чтобы взаимодействовать. Рыба-флейта. Мы освободили, ребята, рыбу-флейту. Что это такое, понять не имею, но мы это сделали. Давайте попробуем вынырнуть. Можно ли вынырнуть? Вау, как же я быстро плаваю.
прыгнуть. А вот там, где открытое пространство. Найс. Нарушение. Даже нарушение. Я ничего не нарушил. Да, тут потребуется немножечко времени, чтобы привыкнуть, ребят, к управлению. Посмотрим, что здесь есть. Здесь ничего нету. А, вот что-то еще тоже есть. Леопардовая акула. Нам нужно создать животных в этой игре. Грубер! Это ковры, ребята! Помните, в Journey, The Journey, ребят, были ковры? Офигенно выглядит игра, ребят, все-таки. Он меня сканирует. Он меня сканирует, чтобы... понять, друг я или не друг, ребят. Но я ж друг, я ж знаю. Я ж дружище. Давайте посмотрим, я здесь, может, что-то пропустил. Наверняка здесь можно что-то пропустить, на еще. Нужно всю жизнь здесь, ребят, сейчас вас добыть. О, еще один дружище. Ребят, еще один дружище. Очнись. Очнись, дружище. Зафиксили, из песка подняли. Живи. А что мы будем делать? Мы будем тусить вместе или что? Смотрите, у этого один глаз минусом. А у другого круглый глаз. Ладно, даже не похоже. Ну и ладно. Так, это я, по-моему, вытащил, да? Не, это тоже, ух ты! Черепахи! Черепахи, ребята, все. Пойдемте покатаемся на черепахе. Черепахи. О. Оп. Найс. Зачетно. Прикольно. Забавно то, что ей дышать никак не нужно, ребят. Вот этому существу. Она как вообще дышит или нет? Можно ускоряться как-то? Да, о, можно. Мяу. Мяу. Можно гонять, смотрите. Прикольно, этими существами можно управлять, но группером при этом управлять было нельзя. Интересно, почему? Косяк рыб. Найс. Красивый глаз. Здорово, Рикардович. Прикольно. Ну и чё? Ну и по идее всё. А куда мне дальше? А это Mortal Kombat, ребят. Конечно же. О, еще дружище, ребят, еще третье дружище. Надо освободить. Надо обязательно освободить. Нас теперь трое. И здесь же каточка, он сальтух крутанул вот так вот. А, сука! Сожрал черепаху? Да ладно.
Он сожрал моего дружище, на котором я катался. Вообще, что ли? Но совести просто нет. Ни стыда, ни совести. А куда дальше-то мне идти? Ну, поплыли дальше, что? Будем искать, что здесь есть. Ракушка какая-то. Блин. А что-нибудь еще есть? Не покидает чувство, что я что-то пропустил, ребят. О, лоу. Это что такое? Back button to meditate. Что значит back button? Кружок? Нет, кружок это покинуть медитацию. А что нужно нажать? Press enter to meditate. Ну давайте. Давайте помедитируем. ВАСД. Можно за рыбками наблюдать. Чё, простите? Мы изучаем мир, да, вот таким образом? Так, простите, верните. Писа. Писа, муда. А, группер Голиаф. Пищевая цепь. Смотри, жрёт-то как. Просто жрёт и жрёт. Чтоб тебе не ладно. Рыба флейт тоже кого-то жрет. Забавно. Понятно. О, леопардовая акула. Она кого жрет? Тоже рыбу жрет. Ладно, я понял. Все, поплыли дальше. Пацан, пацан Тре высверлил мне проход дальше, ребят. Ну поплыли, посмотрим, что там. О, акула. Что-то я не покидает меня ощущение, ребят, что мне придется сражаться здесь с акулами в этой игре. Ну, в принципе, а с кем еще сражаться под водой? Джорни были какие-то жестокие челики. Непонятные, кстати, какие-то каменные змеи. Сугрями плавает. Ракушка. Ракушечка. Цель игры, не знаю пока, просто наслаждаться атмосферой, ребят, в целом. Как и в Джорни, ребят. Цель игры была просто наслаждаться атмосферой. Слушать музыку. Это что такое? В конце игры обычно в таких играх узнается цель, ребят, игры. Как красиво! Ничего себе! Вау! Уу! Иха!
Вообще крутяк, ребят. Воп! Сальтушечку еще дали. Ну не красиво ли, ну. Смотрите, ребят. Ой, там какая-то ракушечка, ребят, дайте-ка сплаваем. Это город наших предков, что это такое, вообще непонятно. Еще ракушечка. Улиточка. Улиточка, ребята. Нет, нельзя к ней подойти. Никак с ней взаимодействовать не получается, ребята. Космос даже, а не вода. А не океан. Давайте проверим, что это делает. Мы отдали, ребята, свое сердце этому миру. Вот посмотрите только что. Фига себе, скаты! Вылезли. Сейчас на них покатаемся. Офигенно. Это какая-то вода в воде или что это? Ну все еще в воде, ребят, просто одна вода как-то ярче, чем другая, что ли? И непонятно. Давайте на скатах покатаемся. Скаты. Скаты стоять. Скат манта. Вау. Офигенно красивая работа, ребят, проделана. Что это за дресня, здоровая страна? Топовая игрушечка. Пирамид Хеопса, ребят. Музыка очень хорошая. Ну, вы же помните, что в Джорни, ребята, музыка была просто на высоте. У меня фонарь в башке, ребят. Пошла в жопу, мразь! Ну-ка, догоняем ее, пацаны! Быстро, напуляем ей сейчас! Сейчас мы ей надаем, блядь! Давай, давай, догоняй ее! Мочи ее, мочи, мразь! Она куда-то ушуршала, ребят. Она завалила моего братана. И просто ушуршало. Да ладно. Вау. Урлык. Посмотрим, что там. Глаз какой-то моргает. Биохимический. Ты их театр, где его баллон из воздуха? Нет, какой-то непонятный инопланетянин, может, оказывается.
Суть по всему, из-за того, что, видишь, какие-то бункеры, там что-то еще какое-то есть. Херовина. Видишь, какие-то механизмы. В океане. Воу-воу-воу-воу-воу. Хм. Я, кажется, догадываюсь, что сейчас будет, но я не буду вам говорить, ребят. Наверх нельзя попасть, ребят. Только по течению будет. Только по течению. И-ху! Разгон. Сальтушечку двойную. Прикольно. Совсем другие цвета уже здесь. Оу! Дельфины! Прикольно. Давайте попробуем взять дельфины. Чувак. Где кракены? Не знаю. Выпускайте кракена. Давай, ну, вот это. А что за? Обыкновенный дельфин. Ну, чёрт. Давайте со дна, прям со дна морского разгон. А можно сальтуху сделать? Нельзя. Ну и ладно. Тогда в жопу тебя. О, так. Может быть, кракены, кстати, потом и будут. Там же неизвестно. Детские игрульки. Стар Саныч. Знаете что? Не порти атмосферу своим унынием. Иглобрюх. А! Это мы этих рыб выпустили, которые раздувают все брюшко. Что-то делать надо, просто плаваешь, собираешь живность всякую, выпускаешь. А потом, может, что-то это, ну, знакомишься с миром, я так понял, пока что. Это же водная дресня какая-то. Пока просто плаваем, ребят. А вон еще что-то есть. Ой, статуя, кстати, статую тоже вижу справа. Статуи нет, чё? Серая рифовая акула. Окей. Okay.
Так, это обыкновенный дельфин. Кого ты жрешь? Рыбку какую-то, да, там? Ты смотрел полностью эту игру? Это что такое? Коралловый лось. Двухцветная рыба-попугай, понятно. Ладно. Ясно, понятно. Плывем дальше. Если найдем куда. А, такой. У меня нету шариков. А куда мои шарики подевались? Мне нужно освободить шариков. Можно вообще сплавать? Он не хочет туда плыть, ребят. Челик не хочет, он боится туда плыть в пещеру. Ракушка! Чего? Вы хотите сказать, что касатки прыгают выше, чем дельфины? Да ладно. Kiss my ass, ребят. Вот что я хочу сказать. Вау. Блин, ну красиво все равно, ребят. Хоть убейте, все равно красиво. Еще одна статуя, ребят. Которая нам, походу, нужно будет.
Возможно, нам нужно восстановить хронологию событий, ребят. Там же тоже, когда мы играли в Journey, там вообще непонятно было, что к чему, что почем, куда. Непонятно. Здесь тоже пока непонятно, куда я плыву. Но в Journey, допустим, ты должен был воссоединиться, ребята, со своим собственным народом. Ну, который на небесах, ребят. Вот, и поэтому... событий. Посмотрим. Что, я не попал, да? Да, не попал. Смотрите-ка. Отдам свое сердце номер два, ребят. Смотрите, она такая из сердца достает что-то. Или это он, я не знаю, кто это. И молекулу. Молекулу, ребят. Ну, касаток создали. Сейчас посмотрим, что за касатки. Что с ними можно делать. На дельфинах мы катались. И в предыдущий раз, вот когда мы сейчас сюда плыли, они так выпрыгнули из воды, как бы вообще нереально. Теперь он живой, у меня тогда двух челиков моих забрали. Чё-то не вижу касаток, а вот вижу. Давайте покатаемся на них, посмотрим, что они делают. Что они хоть делают? На маленьком, ребята, это. Оу, а что будет, если выпрыгнуть вот туда? А, ребят, вы прикиньте, игра не дает выпрыгнуть в водоросли. Поворачивает сразу, ребят, не дает выйти. Не дает выпрыгнуть бой с... Попробуем обратно прыгнуть. Тоже не дает. Прыгай сколько хочешь, но в пределах экрана. К сожалению. Ну ладно. Поплыли дальше. Точно акула. Найс. Оу. Я чего? Откроем.
Что ты имеешь в виду под марочной игрой? Что это такое? Как это понимать? Типа ширпотреб какой-то? А, я здесь все сделал? Давайте посмотрим, может я здесь что-то не сделал. А, вон там есть. Ух ты ж мать! А-а-а! Кит! А киты, кстати, жрут это макрель, которая там это, здоровенная была. Чувак, остановись. Дай мне на тебе покататься. Горбатый кит, бойс. Где этот? Где эта трясня? Вон она. Ну-ка, заглатывай. Ну, вообще накормим, ребят. Еще мы его накормим, смотрите. Давай. За маму, за папу. Че ты рот-то не открываешь? Вот только. А, не, он открывает рот. Уменьшить. Ладно, хер смотри, будет дальше. Там была статуя внизу, давайте туда спланим. Чё-таки туповат, ну чё-то да, немножечко. Помедитируй, может какой-то ачивмент есть, все собрать, дарить все статуи. Все статуи. О, ты меня не сожри, мразь! Пятилинейный Луциан. Лютик. Океаническая белоперая акула. Как интересно. То же самое. Это что, труп какой-то плавает? На поверхности. Что ты делаешь-то, Олег? Махи-махи. Вздохи-вздохи. У кого сожрала серо-рифовая акула. Давай ты переключайся. Хорош жрать, да, дай уж переключаться-то. Чё ты начинаешь? О, хочу горбатого кита, ребят, попробую выбрать. О! Так, давай. Наведи-ка порядок. Здорово, Лоис. Это уже прошли хер знает сколько. Ты говоришь про Хэппи Хоббита. Чувак, уже 5 месяцев назад так прошел игру. Я не считаю, что это очень сложное достижение. Давай, давай, братюня. Он подплывает, ребят, к этой весне. Смотрите. Столько хайпа вокруг этого канала, блин, я не знаю, вот он. Да все, я точно. Ребят, я думал, чтобы сделать этот ачивмент. Он не сложен на самом деле, но спидран как бы покруче будет. Ладно, понятно. Ничего не, блин, делать нихера не надо.
А почему живность меня не атакует? Даже акулы меня не атакуют. Странно, почему? Человек какой-то особенный или там ничего? Почему жестко-то? У тебя есть сколько угодно времени, ребят. Чувак прошел, не получив ни одного урона, за 2 часа 41 минуту. Который 5 месяцев назад еще это сделал. Хэппи Хоббит, сколько он проходил? Часов 9, наверное, 10, да? Вау. Ну как бы Хэппи Хоббит это все придумал, все это дресню. Это ивент для инвалидов, ребят. Сколько угодно времени ты можешь прыгать, ребят, от босса. Сколько угодно времени. И ждать атаки, которую тебе надо, чтобы один раз ударить и еще полчаса прыгать. Ну это же жесть, как скучно. Не знаю, как вы можете смотреть такие, но да ладно. Вау. Топанушки что-то. Что-то топанушки. Эй, чё-то, ребята, я чую, что отсюда что-то вылезет, да? Цепь. Так, ну я видел закованного своего дружища. Обычные спидраны хотя бы не такие долгие и нудные. Ты реально рашишь босса, как бы, и бьешь с ним, дерешься вообще, считай, лицом к лицу. А не бегаешь и вокруг него не прыгаешь 3 часа. Тут я считаю достижение. Ну, я считаю достижением спидран, которые быстрее, чем за 1:20, ребят. Вот это реально хороший спидран. Блин, я видел где-то чувака своего, которого можно откопать, где я там его видел. Погодите. А вот же он точно. Нам надо еще Warcraft обычный поспидранить. Что я реально об этом подумал. Бронзовая молот рыба. Что-то я одних акул освобождаю, ребят. Одни акулы просто, и все. Сверли ко мне пароход, бро. Блин, я сегодня так рано проснулся, ребят, в этой больнице. Меня сегодня разбудили нереально просто. Криками своими самыми, да, передержание тут на всех целях. Куда второй подружник просто исчез? Ребят? Я не знаю почему, но он просто исчез. Все челики в новой локации исчезают. То есть, ну, тогда было у нас трое.
Одного акулу сожрала, и двое просто исчезли. Возможно, от страха убежали, обоссались. Да? Я пока немного не вкуриваю, что делать-то надо. Блин, а это акула опять, слышите? Меня сожрет или нет? Слушайте, мы ее преследуем. Это акула, та самая. О, мы с ним общаемся. Саныч от веселья стал в рулеточку играть. Понятно. Любопытно. А, о, мы добрались куда-то еще. Так, секунду, сейчас подойду, ребят. Так сказать, be right back.